Всем привет, с вами Александр. Сейчас я вам покажу выход на пляж Кавказ, также аквапарк, который на территории Кавказа. Вот, ну, в общем, поехали. Вот такой выход на пляж. Это Пионерский проспект, кто не знает. Улица Пионерский проспект соединяет Анапу, город, и поселок Витязево. Вот такой тенистый выход. Деревья, зелень, воздух. В общем, все супер. Также есть душ, туалет. Прям за барханами. Можно после моря сходить, душ принять. И дальше идти в квартиру. На пляже есть такие дощечки для более комфортно, чтобы идти было. Можно по песочку, можно по дощечкам. По дощечкам особенно удобно, если с коляской. На вопрос, что есть на пляже? На пляже есть, в принципе, все для комфортного отдыха. Есть батуты вон для детей. Даже вон бассейн надувной. Лежаки, шезлонги. Спасатели есть. Раздевалка вот. Все, что нужно, все есть, в принципе. Вон всякие эти экскурсии. Вон туалет. Кстати, туалет он тоже есть на пляж. На пляже непосредственно. Вот. Если захотите уединиться, можно прям вообще в барханы уйти. И все. Вообще никого не будет друг у друга. Вот девушка так и сделала. Ну, в принципе, пляж не такой загруженный сильно, как видите. Кстати, на пляже также есть душ открытый. Вот люди ополоснулись. То есть можете прям с моря подойти пресной водой, обмыться. Совершенно бесплатно. Вот такой душ. А вон детская площадка еще. Вот такая детская площадка. Шезлонги, лежаки. Всего самого наилучшего, здоровья. На парашютах катает, если надо. И даже есть массаж. Массаж можно сделать. Вот такие батуты для детей. Прям на пляже. А вот тут эти коктейльчики всякие. Можно себе приобрести раздевалку. Несколько. Вот такая кафешечка с музыкой. Мороженое, горячая кукуруза, столики. Вот также на пляже есть волейбольная сетка. Кто хочет, может подойти, играть вообще без проблем. Барханы, как видите, место просторно. Ну вот само море. Вот массаж кому надо. Массаж делают очень хорошо, оздоровительно. Вот тут такая детская площадка есть, с разными бассейнами, побольше, поменьше. Качелька, батутик. Сейчас покажу вам территорию ЖК «Кавказ», что находится. Ну, вот сзади видите аптека, также есть вот такой оздоровительный центр. Кавказ медицинский центр.
процедуры всякие. Вот салон красоты, фитнес. Здесь также, кстати, находится крытый бассейн. Ну а рядом аквапарк. Здесь курортные товары, сувениры там всякие. Это супермаркет, продукты. На втором этаже столовая. Вот он сам ЖК. Здесь такой павильончик. Вот такой павильончик. Кому интересно. Вот там ограждение, ограждены детские площадки между каждым корпусом. Машины можно ставить, где найдете свободное место. Также на территории продают. В основном здесь тоже фрукты, овощи продают. А тут еще сувениры. Вот такая спортивная площадка, турники, лавочки. Дети развлекаются, общаются. Вот тут такое футбольное поле. Вот также детская площадка. Качели, горки там. Лавочки для родителей. Беседки вот есть. Розы какие растут. В общем, на этом мое видео подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет много интересного. Все, всем пока. Пока.